так, давно я не был на связи, было очень много работы, практически сколько? Год, наверное, мы с вами не виделись, не считая выпуски в апреле, и я готов вам показать очень многое. Итак, по порядку полиры, пасты, жидкости и многое, что еще. Был проделан очень огромный труд, у меня, конечно, не было возможности обо всем рассказывать, поэтому я исчез, потому что мы очень много работали. Итак, что можно показать? Допустим, вот наши пасты. Это паста для диоксида циркония. Очень хорошо полирует, прекрасные свойства. Я обо всем этом расскажу все подробно в каждом из видео. Просто я хочу вас ознакомить с тем, что у нас есть. Просто быстро. Камни, полиры, жидкости. Вот, короче, пробники лежат. Кто хочет, как бы может получить. И я сейчас покажу, как работает эта жидкость. Вы можете увидеть в этом видео. Сначала я вам делаю ускоренный вариант. Если вам интересно, вы можете посмотреть это видео, потому что оно занимает 10 минут. Либо там перемотать. О, поехали. Итак, ребят, покажем нашу жидкость Create. Сейчас покажем, как она работает. Итак, жидкость с нами вообще разрабатывалась для того, чтобы ей мог, в принципе, работать любой специалист, вне зависимости от его опыта. Вот сейчас мы можем увидеть на то, насколько она податливая. Вот, и когда мы ставили задачу сделать такую жидкость, да, стоял вопрос, чтобы любой из специалистов мог ей спокойно работать. То есть, несмотря на свой уровень работы, да, там, может быть, нашу керамическую массу купит человек, у которого мало опыта, или да, там небольшой стаж работы, чтобы он мог спокойно ее использовать в своей трудовой деятельности, чтобы она себя показывала именно так, как ему хотелось бы, да, то есть помогала, была помощником. Вот, учитывая этот запрос, который исходил от нас, да, то есть помочь зубному технику в его работе, масса была с этим учетом и сделана. Вот она вот слегка тянется, имеет определенную пластичность, при этом мы учитывали, чтобы усадка была минимально возможна. Потому что многие говорят о том, что усадка для них имеет большое значение. Поэтому мы учли их пожелания и постарались все сделать именно так. Вот. И есть, допустим, такие специалисты, которые работают на воде. Мастера Европы. Мастера Японии, но не каждый из нас является мастером, а чтобы дойти до его уровня, нам необходимо очень много практиковаться. Но хорошая практика та, где получается у нас все. Если у нас не получается, то в определенный момент у нас опустятся руки.
И это, конечно же, ну, негативно скажется на нашем желании вообще развиваться и двигаться дальше. Поэтому, чтобы у вас все хорошо получалось, особенно у тех, у кого небольшой опыт работы, эта жидкость поможет работать практически с любой массой. Вот в данном случае мы используем низкотемпературную массу. И как видите, я потихоньку наношу сюда керамическую массу, и мы выстраиваем. Получился вот такой вот человечек. То есть вот масса, не очень удобно это все дело наносить одной рукой. Ну, все потихоньку получается. Вот, то есть это позволит вам, работая с мамилон массами, работая с большим количеством керамических масс, позволит очень легко выполнять свою работу, да, несмотря на, казалось бы, такую большую сложность. Вот, а кто использует в своей практике 2 или 3 керамических массы, то это будет все выполняться очень легко. Особенно тем ребятам, кто хочет повысить свой уровень и делать очень красивые работы. Ну, вы видите, он уровень за уровнем, вот он спокойно растет. Растет спокойно. Влага перераспределяется очень легко. Да, даже вот тут есть вот тонкая часть, ее нужно укрепить, а то просто от веса она может упасть. Вот. Но в целом конструкцию, да, уже нужно укреплять, потому что вот видите, вот здесь вот очень тонкая часть. Просто под гравитацией может сломаться. Поэтому будем немножко укреплять. А и основание. Основание у нас очень тонкое. Вот, все легко берется. Как видите, простота нанесения. И здесь у меня используется специально маленький кусочек листа. Вот видите, влаги вот отошло вот примерно такое количество, не очень много. И при этом масса вот легко наносится, пластичная. Время сушки, время работы довольно комфортное. Время сушки как бы, ну, стандартное. Потихоньку-потихоньку мы наращиваем, растим. Вот надо, конечно, это делать с двумя свободными руками, чтобы было удобно крутить, вертеть предмет. Но вы сами знаете, работая керамистами. Вот видите, вот примерно вот такая вот пластичность. В принципе, это можем продолжать делать очень долго. Я еще какое-то количество сейчас поделаю. Вот из фигурки строится легко. Если вы хотите посмотреть нанесение, то пишите об этом. Вот, чуть поплыло, потому что на кисточке есть влага. И вот если я прикоснусь, начинает плыть. Поэтому сейчас вот и загнулась, потому что получила влагу и поплыла.
Ну, мы можем продолжить. Вот, и практически сушка не происходит. Вот видите, вот очень много влаги здесь. Вот, сушка не производится. Если производить сушку, то будет дальше легко выстраиваться. Вот. Вот так вот легко мы двигаемся вверх. Вот, очень много влаги. Можно работать, как я люблю работать, маленькой кистью, тем самым распределяя керамику там, по моей технологии, по поверхности. И вот как-то вот так вот все дело выходит. Кто хочет получить пробник, есть у нас специальная ссылка для регистрации формы обращения. Поэтому пишите. Итак, вы посмотрели видео. Я надеюсь, вам понравилось то, как работает наша жидкость. Каждый из вас может получить пробник наш, вот он, этот пробник. Мы сейчас вот ограниченное количество отдаем за 1 рубль, вот, поэтому если вам нужно, вот они есть. Но, поверьте мне, они уже могут закончиться даже к выходу видео на YouTube. Но, стоит попробовать написать по ссылке в описании, там будет ссылка, пишите. Просто на 3-4 вопроса отвечаете, менеджер с вами связывается и все. То есть заполнить 1 минуту занимает времени. Вот, получаете пробник, пробуйте, смотрите. И самое главное, как я сказал, я как зубной техник, как прошел путь становления от новичка до какого-то уже более-менее уровня, я понимаю, что необходимо начинающим техникам, и все это реализовал я в жидкости. Поэтому пробуйте, смотрите, я думаю, у вас все получится, потому что наша продукция для самых лучших и для тех, кто хочет стать самым лучшим. Мы помогаем вам развиваться и двигаться дальше. Все, ждите следующее видео.